наши мечты превратятся в реальность. Время вперед летит, солнце ушло в зенит. Двигатель пусть дымит, не остановит нас. Ветер в ушах свистит, сердце внутри горит. Страшно напополам, но мы окажемся там. Это где-то на краю света, куда не долетит даже ракета. Мы окажемся там непременно, где-то далеко на краю вселенной. Мы не солдатики, хватит им в нас играть. Мы не солдатики, хватит нас убивать. Мы не солдатики, хватит им в нас играть. Мы не солдатики, хватит нас убивать. Этот мир наполнен теми голосами, yeah.
убивать, мои солдатики. Хватит нас убивать, мои солдатики. Хватит им в нас играть, мои солдатики. Хватит нас убивать. Мы не солдатики. Хватит им в нас играть. Мы не солдатики. Хватит нас убивать. Мы не солдатики. Хватит им в нас играть. За свой интерес, за деньги и власть. Хватит нас убивать. Хватит нас убивать. Хватит нас убивать. Хватит нас убивать. Хватит нас убивать.
что ненавидим мы. И мертвые все же больше, чем живые. Где-то под ними к нам приходят сны. Там наверху на все твои вопросы я расскажу на краешке луны. Там наверху так холодно и страшно, и каждый раз свисая на краю, я очень жду, надеюсь, не напрасно. Тот огонек, который так храню.
все то, что есть с тобой у нас. Есть только здесь или сейчас. Горит абсент и льется джаз. И бой кипит, и кровь течет. По венам прошлое не в счет. И рвется шелк, и гаснет бра. И это больше не игра. Плавится просто не плоть, кожа. Нет победителей, быть не может. Если утром проснешься одна, вечером снова будет война. Плавится просто не плавится кожа. Нет победителей, быть не может. Если утром проснешься одна, вечером снова будет война. Yeah!
сейчас мы хотим, чтобы вы пели вместе с нами. Yeah.
один муравей. Счастливым он был, не пил, работать любил. Каждый день вставал с позаранку и ехал на работу с Алтуфьева на Таганку. Однажды он повстречался с жуком. Тот посчитал, что должен поработать муравьем. Открыли фирму, и счастью не было предела. Ведь муравей не умеет сидеть без дела. Времечко шло, фирма успешна. Но директор жук решил, что нужно спешно повысить контроль за работой муравья. И на эту должность он нанял шмеля. Шмель заставлял писать много отчетов, планы на работу и для учета. Открыли вакансию секретаря, так фирму взяли паука. Муравей один посреди витрин, отражается, улыбается, а вокруг него ложь и суета. Этот муравей, это ты. Стал требовать все больше отчетов от муравья. Надо повышать КПД фирмы и выходить на уровень всемирный. Взяли ассистентом шмеля таракана, чтоб муравей работал без изъяна. Позже создали департамент по муравьиной деятельности, чтобы не было самодеятельности. Наняли стрекозу возглавить департамент. Да для муравья ужесточило регламент. Больше работы, меньше отдыхать. Идеально, если вообще бросить спать. И наш муравей уже не был так счастлив. Работал на износ, но вот не задача, а цифры плохие. КПД падает, жук очень злится, его это не радует. Муравей один посреди витрин, отражается, улыбается, а вокруг него ложь и суета. Этот муравей, это ты. Департамент, где работал муравей, не справляется, и ситуация усложняется. Жук нанял пчелу провести аудит, а замдиректор шмель со страха дрожит. Анализ готов, резюме прозвучало, что в департаменте очень много персонала. Нужно срочно сокращать штат, чтобы уменьшить количество трат. Список сотрудников очень большой. Шмель, паук, таракан, стрекоза. А это кто такой? В конце списка из-под бровей жук прочитал: ха, муравей. Вот кто виновен в крушении компании, в падении производства и в наказании. Найдены лишних расходов статья. Нужно уволить муравья.